Привет. 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 Эй, это у нас Дерек. Привет. 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 Меня зовут Лариса. Привет. Привет. Привет, Святослав. Привет. Как дела? Анастасия. Умники. Всем привет. Всем привет. Давайте пока, значит, мы других поджидаем, я вас познакомлю сегодня с художником. Это английский художник-импрессионист. Вот, он, значит, импрессионисты, вы знаете, да, художники, кто это такие? Это художники, которые имеют такой, ой, Кирочка, привет, привет, да. Они имеют такое направление, в отличие от академической живописи и реализма, они пишут в очень интересной манере, они пишут мазочками, они штришками такими, да, пуантилизмом работают, вот, и они не выписывают детали особенно, они очень работают, вот, например, очень обобщенно, вот, например, их вот картина, которая называется «Брайтонские комедианты». Вот здесь нарисованы клоуны, и вот видите, это люди, которые гастролируют. Еще сейчас я покажу, вот у него картина «Король Эдуард VIII». Вот видите, какое у него лицо. Вот видите, у него деталей в изображении лица нету. Вот, очень обобщенно все рисуется и широкими мазками. А вот эта картина, это его шедевр. У каждого художника есть шедевры, картины, которые самые-самые наилучшие. Вот посмотрите, эта картина называется «Скука». Видите, мужчина сидит за столом, перед ним стакан воды, Эдди, привет. Он скучает, а вот там далеко стоит его жена, женщина, облокотилась на стол и вот тоже скучает ей, скучно. В общем, такая вот грустная такая картина. И если видите, она, эта картина очень выписана мазками, почти без объема, очень плоско. Вот это вот техника импрессионистов. Ну, вот так вот. Это его зовут Сикерт, этот художник, английский импрессионист. Сегодня мы с вами будем... Поговорим с вами о карандаше. У нас будет сегодня ознакомительный урок, как работать, что такое тон, что такое простой карандаш. Все запаслись? Да. Вот карандаши, давайте так я вам объясню. Есть вот здесь на карандаше должны быть две буквы или одна буква, или HB, или B. Посмотрите, есть такие у вас буковки на карандаше? Нету? Ну, тогда вот смотрите, если есть буква, есть. Вот если буква H, значит, это твердый карандаш, он жесткий. А если буква B, то это мягкий карандаш. H и B одинаково? Это тогда твердо-мягкий карандаш. Это самый хороший карандаш и часто используемый художниками. Потому что чем больше «Б», тем он жирнее, он очень темный. Им тоже хорошо рисовать. Но мы сначала с вами будем учиться на HB, на этих карандашах, на HB. Потому что если будет один H, он будет твердый, как гвоздик. Он будет рвать бумагу. Это им работают, когда надо, например, такие невидимые линии провести. Дальше. Вот смотрите, что такое тон? Молодец, HB у тебя. Ребята, что такое тон? Кто знает? Кто мне скажет? Что такое тон? Когда цвет, привет, привет, но. Когда цвет переводится в тон, то есть мы заменяем цвет тоном. Это есть тональность. И эта тональность бывает различная. От самой светлой до самой темной. Мы с вами прорисуем несколько квадратиков. Но я бы хотела с вами еще поговорить о видах штриховки. Что такое штриховка? Кто знает? Штриховка – это как... Как-то опять. Это как на рисунке, так... Если
Так вот здесь, видишь, как здесь линия, здесь как тень под ним. Вот смотрите, штриховка, это вот когда мы вот так правильно работаем. Вот такие у нас линии, правильно? Это штриховка. Вот штриховка, ребята, бывает двух видов. Так, штриховка бывает двух видов. Диагональная, когда вот такая наклонная она идет. И штриховка бывает, когда вот это наклонная, а потом мы еще перекрестная, когда мы еще как бы зачеркиваем ее. И у нас получается вот такой вид штриховки. Всем видно? Давайте поближе покажу. Вот видите? Одна по диагонали, а другая как будто мы взяли в клеточку. Перекрестная называется. И этой можно штриховкой работать. И вот такой наклонный. Поняли? Такой и такой. Вообще считается, что чем меньше между штрихами расстояние, меньше видно бумагу, тем качественнее штриховка бывает, тем это красивее. Дальше. Вот смотрите, сейчас мы с вами постараемся два квадратика вот, проштриховать. Проштрихуйте мне. Один квадратик проштрихуйте в диагональный. Вот так, диагональной штриховки. А другой квадратик проштрихуйте мне в перекрестный. Я хочу посмотреть, как у вас получится. Вот здесь смотрите. Вот это. Так, я тоже сделала. А потом я взяла и в эту сторону. Попробуйте вы тоже проштриховать. Постарайтесь не вертеть бумагу, а своей рукой в разных направлениях. Вот, например, когда вы делаете перекрестную, то немножечко изменили свою руку. Так, Алиса, как твои дела? Все понятно вам? Ребята, не стесняйтесь задавать вопросы, ладно? Чем меньше расстояние между штрихами, тем красивее считается штрих. Постарайтесь, чтобы воздуха и бумаги меньше просвечивало между штришками. Вообще считается самым идеальным штрих, когда в одну сторону вы не открываете. Молодец, Станислав, молодец, Святослав. Правильно, красиво. Так. Так. А Дерек мне покажет. У тебя готово? Покажи. Отлично, как хорошо, супер. Но ты только одну сделал, перекрестную, а диагональную сделал? Диагональную тоже сделай, пожалуйста. Диагональную? Я сделал, я сделал. Но я не увидела там. Я только перекрёстную. А ты хочешь два разных? Да, да, два разных, два квадратика. В одном случае перекрестная, в другом случае диагональная. Просто хочу посмотреть, как у вас выходит. Потому что я в основном, я рисую в диагональной штриховке. Все работы карандашные. Так просто удобнее. Да, да, да. Ну вот, например, если вы рисуете сферу, шарик, то уже просто в диагональной не получается. Там будет комбинированная. И перекрестная будет штриховка, и диагональная. Есть такие предметы, когда можно и нужно в двух видах. Ой, молодец, Эди. Так, все, дальше идем. Смотрите, теперь мы будем с вами рисовать шкалу тонов. Ну, мы как бы в такую игру немножко поиграем с вами. Но это игра учебная.
Вот смотрите, мы должны с вами вот нарисуем вот такие две полосочки и разобьем эти на 9 квадратиков, на 9 прямоугольников. Надо посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, значит, поуже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять. Вот смотрите, значит, мы разобьем на 9, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот на 9 таких. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот на 9 таких вот прямоугольников. Попробуйте, сделайте. Это мы будем сейчас с вами проходить. Таблица «Шкала тонов». А надо подписать. Нет, писать ничего не надо. Просто знаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. И сейчас мы будем с вами делать шкалу тонов. Самый первый, если сделали все, поднимите руку, скажите, что сделали. Так, ты сделал, молодец. Но как дела? Но ты нарисовал? Так, молодец, Алиса, я вижу, Кирочка сделала. Так, все, пошли вперед. Теперь слушайте дальше. Очень важно. Молодец. Молодец, Святослав. Так, так, Дерек, молодец. Так, смотрите, первый номер – это самый светлый цвет. Мы его не трогаем в этой шкале. Девятый номер – это будет самый-самый темный у нас. На всю силу мы будем раскрашивать. А вот уже следующие – второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой – до девятого, мы должны так проштриховать, чтобы они не были похожи друг на друга. Причем второй номер должен чуть-чуть отличаться от первого. Вот смотрите, еле-еле видно. Третий должен быть уже немножко темнее, чем второй номер. Четвертый должен быть еще темнее, чем третий. Это можно добиться, или мы нажимаем на карандаш, или мы несколько слоев даем. Если мы видим, что 3 и 4 одинаковы, значит, на четверку мы добавляем один слой. И так далее. Пятый мы тоже делаем темнее, чем четвертый. Если с первого раза не получилось, я еще один слой кладу. Шестой будет еще темнее, чем пятый. И вот так мы, только самое главное здесь, чтобы они не были одинаковыми. Вот такая, как бы растяжка такая идет, но это называется шкала тонов. Не торопитесь. Самое главное, смотрите, значит, добавляем. Разницу вы должны это чувствовать. Каждый прямоугольник или квадратик отличается от другого своей тональностью. Чем ближе мы идем к девятке, тем у нас тональность темнеет. Как в музыке. Есть высокая тональность, есть низкая тональность. Вот видите, моя восьмерка уже отличается от семерки. А девятка будет совсем, вот прям на всю силу карандаша я нажимаю, но старайтесь, чтобы у вас не просвечивала сильно бумага между штрихами. Вот я сделала девятку, вот совсем такой темный-темный. Вот. То есть у нас первый номер, самый белый, мы его не трогаем. Девятка самая-самая темная. И вот такая вот, видите, шкала тонов. Этой шкалой тонов мы всегда рисуем какие-то карандашные рисунки. У нас бывает, то ли мы яблоко, то ли портрет рисуем, то ли пейзаж. Вот мы пользуемся вот такими вот тонами. Их, конечно, может быть больше. Устал, Эдди? Ручка устала.
Очень самое главное, чтобы у вас красивой была штриховка. Чтобы вот... Ты мне эти покажи, пожалуйста, что ты нарисовал. Я хочу посмотреть. Так, вот у тебя стоп. Я сделаю себе замечание. У тебя, сейчас скажу, раз, два. Ты номера поставь сверху, пожалуйста. Все номера поставьте квадратиками над прямоугольничками, чтобы я смогла вам сказать, какие у вас одинаковые, не одинаковые. Над каждым прямоугольничком поставьте номер. Так, вот мне кажется, что у тебя тройка, четверка, нет, пятерка и шестерка похожи, семерка у тебя не очень отличается. И постарайся, да, где-то, чтобы разница немножко чувствовалась больше. Каждый мне показывает, что если он закончил, показывайте. No, please. You finish? Так. Теперь у тебя эти семерка стала светлой, а шестерка стала темной. От шестерки к девятке добавляет она. Так, но я не увидела, очень далеко было, я не увидела, что у тебя. Ой, молодец. Очень правильно, очень хорошо. Very good. Так, Алисочка. Алиса, у тебя... Почему такое, такая прореха, да, плохо квадратик восьмерку закрасил, только в середине. Ребята, доводите штрих до линии, до конца прямоугольничка своих. Так. Святослав, отлично. Вот тройка-четверка. Посмотри, немножечко, может, разницу надо добавить. Тройка-четверка, по-моему, немножко похожи. Чуть-чуть добавь четверку, наверное. Постарайтесь упражняться вот в таких упражнениях на штриховку. Это очень будет помогать разрабатывать вам руку. Молодец. Так, шестерка. Так, нет, хорошо. Все, Эдди тоже справился. Молодец. Хорошо получилось. Так, значит, кто у нас готов? Эдди готов. Но готов. Так. Святослав сделал отлично. Осталась Кирочка. Кира, у тебя вот четверка, пятерка, посмотри. Разница есть. Так, Дерек. Дерек, поближе сделай. Поближе. Так, у тебя вот смотри, это какой номер? Вот у тебя тройка это или какой? Первый, второй, тройка. Да, вот это, да, нет. Вот он у тебя темнее получился, чем следующий. Вот посмотри, не то тройка, не то четверка. У тебя вот... Не совсем. Кирочка, покажи, пожалуйста, еще раз. Я посмотрю. Кира, покажи еще раз свою работу. Так, четверка и пятерка. Вот у тебя четверка почему так неравномерна? В одной части она темненькая, а в другой части она светлая. И четверка, пятерка. У тебя чуть-чуть разница должна быть. И у тебя... Так. Ну все, давайте дальше двигаемся. Так. Теперь. Вот что мне... Слышали вы такое слово? Растяжка. Слышали? Растяжка. Вот. Вот есть такой термин в живописи, в изобразительном искусстве. Растяжка цвета. Вот растяжка цвета напоминает, знаете что, вот если вы возьмете резину, вот резинку, и вот так будете тянуть, вы ее растягиваете. Вот точно так же и
тон. Вы берете самый темный тон или самый светлый и тянете, тянете, тянете до самого темного. Или от светлого к самому темному, или от темного. То есть растягивается тон. Вот таким образом, смотрите, мы берем с вами, рисуем сейчас вот такой прямоугольничек. И сейчас постараемся сделать растяжку в этом прямоугольничке. Вот видели, мы сделали эту шкалу тонов. А вот в этом прямоугольничке мы с вами сейчас постараемся сделать сразу растяжку. То есть от самого темного цвета, тона, то есть мы начинаем к низу. То есть нажим у нас был самый сильный в начале. А потом, но мы, смотрите, горизонтально с вами штрихуем. В данном случае мне не интересует диагональ. А к низу у нас должен с вами получиться белый цвет. Тон, то есть, извиняюсь. От самого темного тона к светлому. Вот так постепенно, постепенно. То есть вы уже на карандаш не давите. И в конце слабо-слабо касаетесь бумаги карандашом. Мне удобно было сделать горизонтальными линиями растяжку. А вы сами посмотрите, как вам удобно. Вот видите, у нас такая вот своеобразный такой урок, когда мы учимся штриховке, учимся тональности, растяжке. Если у кого-то не получилось, он может второй раз взять еще раз квадрат, прямоугольничек, и еще раз. Так, это кто у нас? Святослав, отлично, очень хорошо получилось у тебя растянуть. Молодец. Так, ты тоже хорошо это сделал. Так, Дерек, отлично. Только, Дерек, у тебя в конце нету, не получился белый цвет. У тебя как-то вот выровнялась всю тональность. Немножечко, может, резинкой поработаешь. Так, Ноа сделал. Так. Так, отлично, отлично. Очень хорошо. Ноа, супер. Так. Сейчас подошла, смотрим, как Алиса сделала. У Алисы, по-моему, проблема с интернетом. Но самое главное, чтобы Алиса меня слышала. Так, Кирочка сейчас нам покажет. Так, ребята, а теперь вот в другом прямоугольничке, посмотрите, мы сделаем с вами наоборот. Мы начнем, мы не будем мы трогать это белый цвет наверху, и здесь постепенно отпускаем, постепенно берем светлый самый второй номер по шкале и постепенно переходим к тройке, к четверке, к пятерке, восьмерке, шестерке, семерке. И вот в этом мы добиваемся теперь того, чтобы мы дошли в конце до девятки. Вот такая у нас растяжка наоборот. И можно немножко подняться после девятки наверх, чтобы как бы выровнять, сделать более плавный, красивый переход. Какая задача в этих растяжках? Чтобы равномерно у вас было. Не было скачков, не было резких переходов от одного темного тона к светлому. Чтобы не было у вас девятка, а после девятки сразу шла семерка или шестерка. Все вот так вот в порядку. Эди сделал? Покажи. Не торопитесь. Так. Так. Отлично, Святослав. Дерек тоже хорошо сделал. Отлично. Так. Кирочка, получается тебя?
Эдди, очень. Вот только у тебя, Эдди, секундочку. Вот здесь вот девятка и восьмерка. У тебя сразу девятка пошла и семерка. Немножечко восьмерку добавь. Вот внизу темненько, после девятки чуть-чуть добавь тон, чтобы не так резко у тебя было. А так хорошо. Мне очень нравится. Молодцы. Кира, покажи. Теперь у тебя между восьмеркой сразу шестерка пошла. Чуть-чуть плавнее сделай, сильно не дави. Так, ребята, а вот теперь вот эти прямоугольнички с вами мы сделаем слева направо. То есть у нас здесь с вами будет сбоку темно. Я рисую вертикальными линиями и добьюсь того, чтобы у меня правая сторона была единичкой. Светлый. Вот где-то вот так. Вот смотрите, у меня вот тоже первый слой такой полосатенький получился. И я сейчас еще буду добавлять слои. И у меня вот эти промежуточные белые просветы, они перекроются вторым слоем, третьим слоем. Вот так. Сделала, Эдди? Нет? Трудно тебе это? Так, красиво. Кира, молодец. Все отлично. Отлично, Дерек. Очень хорошо. Очень. Так, Святослав тоже хорошо сделал. Молодцы. Так. Сейчас мы с вами перейдем к геометрическим телам. Что такое геометрический? Но, плиз, покажи, пожалуйста, я хочу тоже посмотреть. Отлично, супер, отлично, хорошо. Теперь давайте с вами нарисуем одно геометрическое тело. Так. Хорошо тоже. Возьмем еще, есть у вас новый листик, новый лист бумаги возьмите. У кого нету места, возьмите новый лист. У кого есть место, ничего страшного, продолжаем. Я, например, продолжаю здесь внизу. Я сейчас нарисую геометрическое тело, называется конус. Наверное, знаете, да? Он вот такой формы. И внизу у него вот такой овал. Ну, в принципе, здесь должен быть у нас овал, но это часть овала. Если у кого-то есть, может побольше нарисовать, нарисуйте побольше. У меня просто здесь место есть, я поэтому здесь. Это геометрическая, еще раз, фигура, тело, вообще-то правильно называть. Это конус. Что вам напоминает это геометрическое тело? Что в природе есть такое, которое похоже на форму конуса? Как по-вашему? Как-то опять. Я забыла имя. Эдди, скажи. Нос. Арбуз, арбуз. Что напоминает эту форму в природе? Нос. А? Нос. Нос? Похоже на арбуз, который порезан. Может быть. А еще кто мне скажет? Ну, скажи, Кирочка. Так. Может быть, какой-то корабль? Так, ну, может быть, но я что-то другое хотела услышать. А вот смотрите, если я внизу вот это нарисую, что это похоже? На что? Вот видите, внизу. Пририсовала только одну деталь. Увидели, что я прорисовала? Что, Эдди? Ёлку.
Елка, совершенно верно. Вот эта форма конуса, она напоминает елку. То есть, если мы с вами будем работать новогодние картины рисовать, то, в принципе, вы знаете, что елка – это и есть форма конуса. Теперь смотрите, мы с вами сейчас внизу разделим вот на такие сегменты. Вот видите, я поделила вот эту. Видно вам всем? Видно или нет? Вот смотрите. Смотрите близко. Видите, я поделила. Вот. А потом я эти линии соединю с верхушкой конуса. Для чего это я делаю? Для того, чтобы вам показать, как рисуются уже карандашами формы, простым карандашом, формы предметов в объеме. То есть, чтобы это было как живое настоящее. Есть два способа. Не, вы сначала разглянуйте, я просто разговариваю с вами, вы меня слушаете и свое дело делайте. Есть два способа раскрасить этот конус. Вот я такие крупные вещи возьму, сделаю. От самой верхушки до каждого вот этого деления мы проводим линии. Эдит сделал? Покажи. Вау! Почему у тебя они в середине встретились? Каша-малаша у тебя получилась там. А? Нет. Надо, чтобы разъединение, чтобы они в одной точке. Так не пойдет. Постарайся. Если кому-то трудно, берет просто листик бумаги, накладывает на эту точку и на верхушку. И через как бы такая своего рода линеечка получилась. Просто каким-то сверните, сложите лист бумаги и через край этой сложенной бумаги соедините верхушку конуса и с нижними делениями. Так, плиз. Покажи, пожалуйста. Но правильно ты. Так, хорошо. Ладно, я вообще хотела, чтобы покрупнее у вас у всех был. Так, Дерек, правильно. Постарайтесь, чтобы у вас там... Так, и Святослав, правильно. Все. Теперь смотрите, первый способ и второй способ. Первый способ мы... Самый-самый край делаем темный-темный-темный. Вот один сегмент мы раскрашиваем к самой крайней, с девятым номером по шкале, самым темным тоном. Не торопитесь. Здесь можете вы работать по диагонали. Штриховку делать диагональную. Это у нас, наше освещение, наше солнышко находится с правой стороны. Поэтому левая сторона нашего конуса, она будет самой темной. Следующий сегмент будет немножечко светлее, чем, то есть это будет у нас так называемая восьмерка. Но светлее, я не знаю, может быть у кого-то это будет... Темный цвет не девятка, а шестерка, или у кого-то пятерка. Я просто хочу сказать, что следующий сегмент должен быть светлее, чем темный. И вот таким образом следующий будет светлее, чем до этого был, то есть на постепенное высветление. Поэтому здесь очень важно, чтобы к верхушке конуса у нас тоже просматривались, не было так, чтобы линии не сошлись там, чтобы до конца у нас шли вот такие вот так называемые треугольнички. И вот таким образом, ребята, вы, наверное, уже поняли, да, каждый все высветляется, высветляется, светлее, светлее становится. Вот у меня самый светлый цвет будет не совсем с краю. Он у меня будет вот там, где я поставила стрелку.
А после я его пропускаю. А вот следующий у меня будет, ну, как бы двойка опять идти по шкале. И следующий будет тройка. Вот совсем с краешку у меня там тонкое получилось, ну, как в перспективе. То есть у меня самый светлый цвет получился не совсем с краю, а получился, вот посмотрите внимательно, а получился вот там, где я стрелку внизу поставила, у меня там вышел первый номер по шкале. Вот. Так. Берег, показываешь мне? Я не вижу. Не попала в микрофон. Ага. Хорошо. Так. А вот второй способ. Сейчас подожди, давайте подождем всех. Дерек, кто бы там, ребята, еще не сделали. Я посмотрю, не торопимся. Так, хорошо, отлично. Алиса хорошо сделала, Кирочка. Так, Кирочка, у тебя я не увидела белого тона, самого светлого. У тебя немножко все выровнялось. Хорошо, но чуть-чуть. Так, это, ага. Так, хорошо. Но вот серединки, они одинаковые все получились. По краям я-то увидела тональность, а вот в середине у тебя, Святослав, чуть-чуть сравнялась. Так, Эдди шикарно сделал, молодец, супер. Так, но хорошо, Эдди, хорошо. Так. Но, please, I want to see. Так, уже получше у тебя. Тебя уже хорошо, неплохо, Кира. Так, Эдди хорошо. Тоже, ой, но Эдди, у Эдди хорошо все. Ребята, давайте второй способ я вам покажу. Если мы с вами отдельно каждый сегмент делали, то сейчас мы с вами вот выбираем, или у нас серединка с вами, или край у нас будет белым. Что у нас будет белым? Давайте край, совсем крайнюю сделаем. Теперь смотрите, мы все штрихуем, кроме белого. Последний, первый номер. Мы кладем второй номер на всю, на плоскость нашего конуса. Диагональной штриховкой, вот видите, я все проштриховала, только оставила белый край. Увидели? Вот. Оставила белый край. А это все второй номер. И вот так теперь пропускаю следующую и уже накладываю слой, пропускаю уже два сегмента. Вот видите, так постепенная такая растяжка идет. Она получается автоматически. Потом я пропускаю уже раз, два, три, накладываю слой с пропуском трех. Потом пропускаю еще, накладываю. И вот так вот дальше каждый раз пропускаю и накладываю на самый темный и последующие. И вот в конце, ну, у меня мало сейчас слоев я сделала, то есть сегментов разбил. Вот получился номер два у меня. Он немножко у меня светлее получился, чем по первому способу. Но я вот такой тон задала.
обратите внимание, вот посмотрите. Самое главное, что вот эти полосы, вот эти линии, которыми мы с вами, будь здоров, Эдди, вот эти линии, которые мы с вами разделили, они не должны быть очень жирными, они должны быть тонкими, чтобы они не бросались к нам в глаза. Потому что нам самое главное получить объем фигурки, но чтобы эти линии не лезли к нам в глаза. Так, показывайте, если кто-то сделал. Так. Отлично, Алиса. Только мне, знаешь, Алиса, не понравилось, что вот эти все деления, которые ты сделал, Эдди, хорошо. Так. Они должны встречаться здесь, а у тебя вот это белое, она вот у тебя здесь закончилась. А должна она заканчиваться на верхушке. Все линии, они встречаются вот здесь, как фокусируются, да, в одной точке. От этой точки все расходится вниз. Так, Дерек, хорошо. Только мне кажется, чуть-чуть тебе надо немножко выделить темную часть, самую последнюю, крайнюю. Так. Ого, хорошо, отлично. Так. Кира тоже. Но чуть-чуть не увидела я у тебя темной части. Так, Святослав, очень хорошо. Дерек тоже мне понравилось. Так. Но. Так, ребята, все здесь, да, сейчас уже у тебя лучше, Кирочка, стала. Сейчас мы рисуем другое геометрическое тело, цилиндр. А кто мне скажет, что нам напоминает, вот смотрите, как рисуется цилиндр. Мы с вами сначала нарисуем, так я вам сейчас... не видно. Нарисуем с вами овал. Постарайтесь немножечко большой. Если у вас нет места, возьмите новый листик. Если есть, то ну, как-нибудь поместить. Это называется овал. После овала мы нарисуем вот такие две параллельные линии и внизу часть овала. Эта фигура, это геометрическое тело называется цилиндр. Кто мне скажет, в природе, где встречается цилиндр? Так, скажи, Эдди. Мешок. Чего? Мешок. И бочка. Так, правильно. А вот такое, которое нерукотворное? Часть дерева, которое... Умница, правильно. Это ствол дерева может быть, правильно? Вот все деревья, они в принципе, их стволы, это есть цилиндр. Ветки деревьев, это тоже, тоже в разрезе, это есть цилиндры. Так, то же самое, ребята, мы с вами делим на какие-то сегменты внизу, но уже проводим вот эти линии, которые параллельны краям нашего цилиндра. Они нигде не перекрещиваются, они нигде не встречаются, они параллельны. Что такое параллельно? Кто знает, что такое параллельные линии? Кто-то знает? Может мне сказать? Скажи, Эдерик. Ну, такие линии. Ну, какие? Это линии, пример, можете привести параллельных линий в жизни? Что может быть параллельно? Да, ну вот в жизни что это? Где встречаются параллельные линии? Скажи, Стас, скажи, Светослава. Везде. Ну, например, конкретно. Вы видите параллельные, параллельные линии – это, это линии, которые не встречаются никогда.
Умница, вот он правильно сказал. Линии, когда никогда они не пересекутся, например, рельсы, железная дорога, они нигде никогда не пересекутся, они хоть до Луны вы их тащите, видите, они никогда, они параллельны. Дорога, линии железнодорожные, рельсы, вот это все есть параллельные линии. Поэтому мы сейчас от этих точек проведем параллельные линии нашим краям цилиндра. Так, Кирочка, да, я тебя слушаю. Могу пойти водички попить? Конечно, можно. Иди. Так, ну, нарисовали? Хорошо. Вот внутри вы тоже сделаете параллель эти линии, только чтобы они у вас не попали вот на эти, между ними вот такие вот тоже линии проведите. Вот внутри овала, но они не должны совпасть с линиями, которые находятся на теле цилиндра, на этой части. Давайте я вам покажу поближе. Смотрите, увидели? Так, кто-то у нас сегодня не выспался. Так, все то же самое, что мы с вами проделали с конусом, сейчас мы с вами сделаем вот только на этой стороне, на не трогая овал. Поняли? То есть овал мы не штрихуем. А сейчас выбираете каждый любой способ. Хотите первый способ, когда разными сегментами. Хотите второй способ. Проштрихуйте мне самостоятельно. Я тоже буду рисовать. Но вы сами выбираете свой способ. Первым или вторым. Как раскрасить наш цилиндр. Давайте вперед. Овал мы не трогаем. С какой стороны у вас свет будет, вы тоже сами решаете. У меня, например, с этой стороны опять свет. Ну, мне так удобно. Вы не торопитесь, постарайтесь, чтобы у вас эта фигурка не была очень маленькой, потому что когда маленькая, очень трудно потом там вам разобраться. Вот я сделала такой цилиндрик. Так, это у нас... Так, мне не понравилось, знаешь, что, Святослав, что у тебя внизу получилось темнее, чем наверху. А это должно равномерно быть. Понял? У тебя нижняя часть почему-то, надо равномерно. Сверху начинаешь. Вот я это сделаю вторым способом. Вот видите, у меня все эти столбики такие одинаковые тональности. Ну как одинаковые? То есть, например, девятка, допустим, или там восьмерка у меня, она вся восьмерка. Если это семерка идет, значит, семерка вся семерка. Нету там светлого места в семерке или темного. Равномерно. Давайте вам покажу поближе. Посмотрите, видите? Святослав, посмотри.
внимательно, да? Как должно быть? Вот, вот, сейчас правильно. Так, Кирочка, твои как дела? Эдди? Эдди правильно сделал? Хорошо. Так, Дерека тоже. Дерек, а у тебя почему это овал какой-то непонятной мне формы? Там внутри ничего не трогай, я потом объясню вам, как делать. Так. Так. Очень резкий у тебя переход, Алисочка. Так. Так. Так, но очень хорошо сделал. Так, у тебя хорошо, Кира, но мне твой овал не понравился. Ты его как-то вот здесь срезала. Наверху тоже сделай такая дуга. А так правильно проштриховала. Теперь, если все закончили, я сейчас с вами перейду к овалу. Вот мы с вами сейчас сделаем такое, это просто как труба будет у вас. То есть там внутри дырка. Вот чтобы показать, что это внутри дырка, мы сейчас с вами вот этот конец, где у нас был белый цвет, первый номер, мы наоборот ставим самый темный. То есть мы сейчас идем от обратного. Я вторым способом все-все проштрихую, а потом постепенно начну идти к темному цвету. Вот эти сегменты я каждый раз проштриховала, положила слой, пропускаю. Потом опять положила слой, и каждый раз я пропускаю и дохожу до самого темного цвета. То есть в обратную сторону все у нас. Обратите внимание, видите? И у меня получился цилиндр с отверстием. Вот это нам пригодится, вот это все рисовать. Чашечки, вазочки, кувшинчики, деревья. Это все как бы азы, основы рисования простым карандашом. Смотрите, что сейчас мы с вами будем делать. Теперь мы с вами будем рисовать падающую тень. Оп. Так, хорошо, Святослав. Так, вот смотрите, у кого не осталось места с правой стороны, да? Вот смотрите, у меня слева, у меня падающий, как вы считаете, куда у меня должна упасть тень от этого предмета? Влево или вправо? Скажите, кто знает. Вот если мы будем рисовать, что такое падающая тень? Это тень, которая падает или на стол, или на землю, или на стенку. Поэтому называется падающая тень. И есть собственная тень. Это тень самого предмета. Темная часть предмета любого – это и есть его собственная, его, именно его тень. А падающая – это та, которая падает. Но, плиз, покажи мне, пожалуйста, ты что сегодня не выспался? Плиз, I want to see your picture, плиз. Так, хорошо, Дерек, только постарайся в дальнейшем не выделять сильно овалы, чтобы эти линии у тебя были растворены в твоей штриховке. Так, смотрите, значит, кто мне скажет, куда у меня тень должна упасть? В какую сторону, вправо или влево? Кто знает? Поднимите руку, скажите. Так, ну давай, скажи, Алиса,
Куда у меня должна упасть тень? Право. Неправильный ответ. Куда должна у меня на рисунке должна упасть? Право это там, лево это тут. Вот смотрите, то есть вы должны мне сказать, что там, где у меня собственная тень, туда должна упасть моя тень, правильно? А у вас там, где темно, туда должна упасть тень, потому что не может тень упасть там, где свет идет. Теперь смотрите, мы что делаем? Мы под нашим цилиндром, и вот здесь повыше я провожу вот такие две линии. Они почти прямые. И теперь я проштрихую эту тень, она должна быть темнее, чем самая темная часть нашего цилиндра. Вот смотрите, вот так. И эта тень в основном должна быть темной под самим цилиндром, а вот туда дальше она немножко теряет силу. Вот, посмотрите, вот так. Вот видите, когда мы с вами делаем падающие тени, наш предмет сразу садится на плоскость стола, земли. Почему очень важно рисовать тени на земле, на столе? Потому что сразу видно, что он не висит в воздухе, этот предмет, а стоит. Когда мы с вами будем рисовать что-то, не забывайте про падающие тени. Нарисовала, Иди? А, хорошо. Теперь, Эдди, смотри, вот то же самое сделай с конусом. Нарисуй падающую тень у конуса. Но смотрите, ребята, падающая тень у конуса, она будет немножко другой формы. То есть она будет у нас треугольничком, вот так. Она будет у нас сужаться. Увидели? Вот такая форма тени. А потом мы ее то же самое покрасим такой же тональность, чтобы темнее была, чем самая темная часть нашего конуса. Вот так. Потому что падающие тени, есть такой закон, они темнее, чем собственная тень предмета. Сделайте на конусах тоже падающие тени. На всех конусах, которые вы нарисовали. Так, Иди сделал? Устали? Ну, урок тоже уже за... Отлично, Святослав, понравилось. Так. Тоже хорошо. Отлично. Тоже мне понравилось, Алисочка. Так. Хорошо. Вот у того верхнего, рядом с цилиндром, вот мне очень понравилось, как ты сделал дырочку в цилиндре, Эдди. Очень хорошо ты сделал. Молодец. Только ты еще около конуса там сделай, рядом с цилиндром, сделай падающую тень. Значит, вы поняли, да, сегодня из уроков? Мы познакомились с вами с термином растяжки, тональности, падающие тени и собственные тени. Правильно? Так. Теперь вы мне скажите, пожалуйста, следующий урок мы еще порисуем карандашом или вы хотите уже сделать новогодний какой-то рисунок? Или мы там животных с вами порисуем? Кого вы хотите? Скажи, Эди, ты кого бы хотел? А? Новогодние. Новогодние. Я думаю, лучше это, потому что это интересно мне, я хочу больше этого делать. Так, давайте проголосуем. Поднимем руки те, кто хочет, чтобы был рисунок. Подняли руку, я посчитаю. Так, Алиса хочет, Святослав хочет,
Эдди, хочешь? Или ты чешешься? За рисунок, за карандаш. За карандаш. Так, но получилось, что большинство хотят. Значит, только не захотел. Кто? Нет, все захотели, Эдди. Так что мы будем в следующий раз еще раз один урок карандашу, а следующий, я вам обещаю, у нас будут новогодние рисунки. Хорошо? Молодцы. Все шикарно поработали, все, у всех все получилось. Так что урок, я обещаю, будет тоже интересный. И такой, вы уже зато сможете профессионально рисовать. Мы с вами порисуем карандашом какой-то, ну, может быть, фрукт или что-то, какой-то предмет. Но уже точно с растяжками, с тенями, с падающими. Ты что-то хотел спросить, Святослав? Ты ручку тянешь? Нет, просто... Так, но у тебя есть вопросы? У кого нет вопросов, свободные ребята. Спасибо вам за урок. До следующего. Увидимся, пока. До свидания. Пока. До свидания. Пока-пока. Да. До свидания. До свидания.